Привет, ребята! Снова я. В общем, продолжаем сенокос. Вот выкашен еще был участок. Предпоследний, вроде бы, как бы. Там он дальше, овалки лежат, соседский. Вот. А я приехал на свой участок. Тоже, видите, граблями я его не проходил. Решил собирать так. Вчера, позавчера, после работы вот эту площадь убрал. Ну, скажу сразу, не себе, а люди попросили. Поэтому пришлось помочь им. В общем, вот этот участок я запрессовал. Вчера они забрали свое сено. А сегодня я приехал на свой. На свою делянку. И буду прессовать. Вот только зарядил новую бобину веревки. Кстати, вчера получилась такая неприятная история с веревкой. В общем, в прошлом году мне, когда я купил уже пресс, знакомый мой подогнал мне пару бобин шпагата этого белого. Вот. В этом году решил я его испробовать. В общем, с одной бобиной позавчера проморочил голову, вчера с другой. Бобина давношняя, уже лет, по-моему, то ли 6, то ли 7 лет ей. В общем, когда стал прессовать, вчера, кстати, не снимал я. В общем, получается такая история. Она сильно, в общем, давно уже лежит, вся такая покрученная. Поэтому, когда веревку обрезает, она так вся закручивается, вот здесь вот запутывается. В общем, ну, примерно рулонов на 20, может, на 30 меня хватило всего этого терпения. Потом я вытянул, вырез, вытянул ее, выкинул. Пробовал ее переворачивать, чтобы через другую сторону тянуло, но не помогало. Поэтому, в общем, выкинул я почти что целый рулон веревки. Ну, а сегодня вот приехал свое сено прессовать. Уже свежую новую бухту, которую в этом году была приобретена. Вот я ее заложил. Заправил только что, поэтому буду сейчас начинать прессовать. Ну, в общем, погнали. А вы смотрите, что из этого будет получаться.
Снова всем привет. Это еще один день из нашей сенокосной жизни. Приехал вот на свой последний участок в этом сезоне. Хотя, может быть, еще будет отава. Но для первого укоса последний свой участок, который я буду убирать. То есть вот я приехал, выкосил. Помните, я его осенью в том году расчищал боронами. Этим же трактором. То есть вырубывали. Вот такие вот деревья стояли. Вот они. Молодняк. Деревья дички, яблони. Яблони, груши, в общем, повырубывали. Вот приехал этот участок косить. Площадь, как я говорю, ну где-то в районе 1 гектара, может больше, может меньше. Ну, навскидку где-то около гектара. Сейчас вот в край проеду и все, и еду домой. Перецепляюсь, цепляю грабли. Есть там у меня еще один участок. Буду его сгребать граблями и прессовать нашим китайским мини-прессом. Вот так вот у нас получилось. Трава, конечно, здесь не особо выросла, так как на тех участках. Ну, для заброшенного и вновь расчищенного участка это, конечно, еще неплохо. То есть вот такая вот высота в районе 30-40 сантиметров. Хотя на тех участках у нас трава достигает метра, бывает и больше. Ну ладно, будем продолжать. Так, ребятки, прибыл на наш самый последний в этом сезоне участочек, который я косил позавчера вечером. Будем сейчас его сгребать. Сено уже подсохло. Помните, этот участок я в прошлом году расчищал боронами. То есть травка здесь не важненькая, но убирать нужно. Приехал на все том же тракторе UMZ с белгородскими граблями четырехколесными. Поэтому сейчас буду заезжать и пробовать сгребать валки и в дальнейшем прессовать прессом. Вот такие дела. Итак, ребятки, завершил я волкование сена. Пришел он опять снова, агроном проверяет качество. В общем, получилось 7 вот таких волков. Как я говорил, сено, конечно, не очень-то урожай хороший, но качество неплохое. Зелененькое вот, видите. Разнотравье такое. Пахнет как чай, поверьте мне. Сам бы заваривал и пил такое. Но зимой скотинке нужнее. Поэтому сейчас-ка еду, отцепляю грабли наши. Кстати, качество уборки можете заметить вообще отличное. То есть отечественный производитель. Даже не то, что отечественные, а земляки мои, белгородцы, видите, постарались, в общем. Качество, конечно, изумительное, нравится мне. Так что сейчас поеду, зацеплю пресс и примчусь сюда снова. Будем прессовать и потихоньку пробовать возить, убирать. Так, ребятки, приехал я прессовать. В общем, вот уже
3 рядка запрессовал. Вон мои девки грузятся. Буду сейчас вести. Плюс племянник приехал помогать. Тоже нагрузил уже. Один прицеп повез мотоблоком. Решили за трактор, опять же, не цепляться. ПТС-ку свою. Сказали мои девки и племянник, говорит, мы сами их вывезем, покуда ты будешь прессовать. Поэтому возить, конечно, расстояние километров, но чуть больше где-то. 1200 метров. Потому как село наше находится там. А здесь уже находится другое село. То есть мы между двух сел находимся. Это заброшенный был луг когда-то. Мы его разработали, поэтому сейчас пользуемся. Рядом это луг колхозный, который колхоз еще будет косить. То есть это желтое, это не пшеница, а трава. Такой луг. Здесь будет еще колхоз его убирать. Вот. Ну а мы будем шлепать дальше, потому как нужно спешить, торопиться. Вот так у нас обстоят дела. Ладно, продолжаем. Ну все, дамы и господа. Закончил я этот участок. Как видите, все запрессовано. Вон жена с дочкой грузят. Сейчас и я поеду. Трактор отгоню. И буду возить. Потом мы медленно переместимся в наш сенник. Покажем результат всего нашего труда за время сенокоса. Итак, братцы, вот мы теперь переместились в наш сенник. Все мы, видите, перевезли, сложили. Все, сено у нас находится теперь под крышей. С этого участка мы привезли, я не помню, 100 или 120 рулонов. По-моему, где-то так. Ну, сами видели, там урожай, конечно, не очень. Площадь большая, урожай не очень, потому как я говорил, что участок мы только в том году расчистили. Место, сами видите, сколько еще осталось. Хотя раньше, прошлые года, допустим, все эти делянки, которые мы выкашивали, без того гектара, что мы выкосили, ну, что мы сегодня убрали, то есть мы набивали раньше полный сенник. В этом году получилось так, что хотя урожай не хуже, чем прошлые года. Травы, сами видели, трава стояла высокая. То есть дожди лили, трава это выросла хорошо. То есть раньше мы выкашивали эти делянки, у нас получался полный сенник. Даже порой еще в прицепе оставляли до первых заморозков. То есть мы по первым заморозкам прицепы гружали. Вот так у нас происходило. В этом году, сами видите, все влезло сюда, то есть пресс свое дело сделал. То есть прессом я доволен на все 100%. Хотя некоторые пишут, взял бы там Велгера, там взял бы Сипму. Ребята, я говорил в прошлом году, делал вам, так сказать, видеоотчет, почему я выбрал. И в этом году скажу. Я выбрал под свои потребности, поэтому, пожалуйста, не пишите. Взял бы то. Я взял то, что мне подходит. Так, ребят, что касается пресса. То есть пресс я вот пригнал, отцепил. Немножко так сиганца его почистил, обмыл. То есть отработал он. Все отлично. Ничего в нем не сломалось, слава богу. Ну, с ниткой я вам там показывал, какие были заморочки. Вот. Что касается, допустим, вот стоит предохранительный механизм на пресс. То есть при перегрузках здесь стоит такой вот болт срезной. То есть раньше здесь стоял болт на 6 шлини при покупке, там шли в комплекте, я не помню, где-то 8 или 10 штук лежало. То есть все израсходовал. Простых болтов, в общем, таких каленых нету. Простых болтов ставлю, их надолго не хватает, не выдержит. Поэтому полазил по просторам интернета, то есть многие переделали,
и я в том числе пересверлил отверстие на 8, то есть поставил болт здесь на 8. Все пошло довольно таки хорошо, теперь таких проблем нету, не срезается. В общем, все, пресс работает отлично, то есть я доволен им на все 100%. Теперь вот мы его немножко тут подсмажем, еще раз хорошенько так вычистим и уберем на зиму. Вот такие дела. Теперь произошло в нашей семье такое радостное событие. За время сеноуборки мы с женой стали бабушкой и дедушкой. Благодаря нашему сыну с невесткой. За что им большое, конечно, огромнейшее даже спасибо, что преподнесли нам такой подарок. Теперь у нас есть внучка. Мы рады, довольны. Так что такие дела у нас. Так, дальнейшие наши планы. То есть пресс, я как сказал, чистим, убираем. Наверное, приступлю. У меня есть прицеп ПТС-4. То есть надо его привести в порядок. То есть зачистить и немножко, как сказать, ну покрасить его надо. Потому что борта уже пооблазили. Уже давно, когда я его собирал, ну лет 8 или 10 назад я его собирал из металлолома, то есть уже 10 лет, да, лет 10 я его назад собирал. То есть за 10 лет, сами понимаете, что произошло, то есть краска везде пооблущилась, поэтому нужно зачистить и привести в порядок, покрасить. Также плуг вот наш стоит, хочу перенести угасним и сюда наверх. То есть заняться потихоньку плугом, прицепом. И с мини-трактором нужно разобраться немножко по электрике. Я там добавил фонари еще. Ну, в общем, нужно понемножку лазить совсем. Основная работа по сеноуборке сделана. Ну, может быть, будет еще второй укос, хотя маловероятно. Жара покуда у нас, да и, в принципе, нам сена уже хватит. Так что вот такие дела у нас. Ну, а на этом будем с вами прощаться, дорогие зрители. Всем пока, до новых встреч, ждите новых видео.